Мишира, я на мостике. Отлично, иду к тебе. Мне даже приходится самому добывать код для отстыковки. Отвратительное обслуживание. Кто-то что-то сказал? У меня есть код. Что дальше? Дальше я ухожу. Подожди, мне надо еще кое-что проверить. Это? Ты знаешь, что это? Мы на пути к планете, находящейся за темной границей. Вектор 314-196-12. И надо сказать, Камишира никогда не ошибается в таких вещах. Все дело в этих штуках. Иначе бы они никогда не рискнули туда соваться. Только нам это не поможет, если эти зомби нас поймают. Я иду к своему кораблю, а координаты у нас уже есть. Но на этом корабле мы сможем перевести в 10 раз больше. Меня это не волнует. Правило 14. Я... Ты упустишь шанс всей своей жизни. Что это было? Ты когда-нибудь танцевал с дьяволом под бледной луной? Аварийная посадка? Какая еще аварийная посадка? Так-то ты держишь обещание. Я говорю нет, а затем мы просто падаем где-то. В падении виноваты зомби и твоя перестрелка с большим роботом. Автопилот заклинило, и что мне оставалось делать? Я же не умею управлять такими большими кораблями. Ладно, неважно. Но мой корабль разбило, а у Юкона отвалился двигательный отсек. Так что теперь тебе придется вытаскивать меня на своем корабле. Иначе у тебя могут легко возникнуть проблемы уже со мной. В этом, кстати, есть проблемы. В моем Ханумане недостаточно топлива для взлета. А раньше ты об этом не подумал? Не пришло в голову задуматься о том, как отсюда убраться?
Ну, я хотел улететь на Юконе после того, как мы загрузили боевой икариумом. И мы все еще можем так сделать, то уже с моим кораблем. Я нашел большой источник энергии примерно в 3 километрах к югу отсюда. Он такой мощный, что это может быть только жидкий икариум, переработанный из руды, добытый здесь. Он даст нам достаточно энергии для взлета. Меня постоянно удивляет, как много неизвестных планет имеют атмосферу, в которой можно дышать.
как жарко. Темная земля излучает столько тепла. Кружится голова. Слушай, здесь рабочие тоже мутировали. Похоже, изда... Теперь здесь очень... Потому что я их всех перебил. Посмотрим.
Пора заказать салат из креветок а-ля карте.
Oh.
Thank you.